Приобрел себе столик, надувную лодку. Лодка Титан, диаметр баллона 58 сантиметров. Понравились фирмы Тукамп. Делает непосредственно Арсений. Они любезно согласились выполнить столик по моим чертежам, что я хотел. И, собственно, это и получил, чтобы в столике никаких отверстий, а под удочки, да, здесь я хочу отдельно сделать трубу под удочку, если нужно будет. Вот такие две защелки. Лягушки так называемые. При их использовании столик спокойно выдерживает вот 1,5 или 2 литра термоса, наполненного водой, и еще 1 литр, это все, что было. Я думаю, что он и больше выдержит, но вполне себе достаточно. Вот. Также я попросил сделать полочки. С этой стороны 3. Под продукты, под рыболовные вещи, возможно. И с этой одно большое отделение под тот же самый термос, например. Вот 1,5 литра. По-моему, 1,5 все-таки. Лазить спокойно. Также бортики, ну, чтобы отсюда вещи просто-напросто не вываливались. С двух сторон бортики вот такие по всем полкам. Ну и, пожалуй, все. Это у них уже было. Столик мне понравился. Края обработаны, торцы тоже обработаны составом, чтобы не было гниения фанеры. Столик сделан добротно, качественно. Арсению большое спасибо. Вот. В разложенном виде он достаточно просторный для двоих-троих человек покушать. Ну, когда в сложном виде, здесь остается достаточно много пространства. А еще приобрел сразу у них 2 неодимых магнита. Там вилки, ложки, блесна. Вешать. Сделан добротно, качественно, края обработаны, торцы обработаны, состав, который предотвращает гниение. В целом доволен. Арсению спасибо.